И здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Ви и Сталкер Мертвый Город. Итак, как вы заметили, мы снова на Янове и подходим к Азоту. За собственной информацией из черного ящичка. Хорошо. Посмотрим. Да, вот. Ну, для начала сделаем сферобой сначала. Да. Он нам, да, вот он, химера. Химера приперлась. 10к. Да, 10к и дробовик. Херня вопрос, чувак. Сколько у нас времени? 4 часа. Так. 4, говорите, часа. Есть проводники у нас? Нет. Ну окей. Побежим к административному корпусу завода Юпитер. Сейчас только переховаем чуть-чуть. И полетели. Встретимся у завода Юпитер. Ну и что же, вот мы на заводе Юпитер. А если кому-то вообще интересно, почему у меня покорёжена броня, так я заглянул в битум. Блять! Иди нахуй! Вот заебал это время, ужас уже, ей-богу. Так, нам надо вот тут вот где-то документы найти, надо пройти через вот тут. Все дело нам. Ну и заодно найдем ученого, который тут есть у нас на втором этаже где-то. Рядом с документами сидит. Чувачки за. Так. Ага. Так. Ну, на ВПС туда сгоняем. На всякий пожарный случай. Так, вот папочка с документами. Бежим обратненько. Блять, меня это уже бесит. Эти растения хреновы. Чертово время ужаса. Ага, вот меня кто-то палит по КПК. Это как раз есть наш ученый. Так, вот тут две аномалии. Главное не попасть. А, вот наш ученый. Как раз. А, стоп. Блять, не тут вход. Попаду, не попаду. Смотри-ка, не попал, себе голову ебал. Блять, не сюда. Сука. А, вот мне документы. Девочки. Есть тут кто? Нет никого, заебись. Так, а где у нас тут вход-то? Ёбаный ты в рот. Так. А.
Бляха-муха. Я уже настолько все забыл, что ли? А, нет, все вспомнил. Дурак, идиот, еблан, тупой, я. Вот по этой лестнике. Подниматься. Так, ну артефактов нету, так что достаем винтовочку. Да, вот на это то самое место, которое я ненавижу больше всего. И вот на этот херов ученый. Сейчас сменим оружие, потому что пригодится нам вот это вот оружие. Так, не то. Оба-на, нихера себе. Я не знал про эту заначку. Ну что, блять, это отбойник и 30 жикан патронов. Ну, блять, возьми уже под это говно. Вот, административные документы нашли. Ай, блять, сюда поинвы нельзя поставить. Ну что же, нас тут... 7 пенегавкастов нас нашли. Уж один доктор, точнее, ученый вот этот вот. Кто-то у нас, ученый-то хотя бы. Кулагин. И партнеры. Раз. Ебать. Два. Пятеро. Полная материнская плата. Где моя винтовка? Вот сука. Вот держу пари. Верхние этажи. Может, он... Нет, не убежал. А, перезарядиться надо. Идиот. А, научная. С другой стороны, этот гад мог вниз убежать. Почему тут не предусмотрено ПНВ, а? И вот на это 3 года. Блин! Ебать я лох. Один остался, Джара. Блять, нажимайся уже, сраный F1. Срань господня. Все. Все, лутаем, ребят, лутаем. И сейчас еще возьмем квестик у этого ученого. А! О, Г-36! Заебца. Да, да. Окей, пожалуйста. Г-36 нашел, наемников не ожидал. Да хотя к тому моменту Ной у меня уже был убит, так что... Блять, меня эти вороны, которые через текстуры пролетают, меня они бесят, тут ей-богу. А, кстати, сейчас надо будет же охрану для этих найти ребят. Потому что им сообщили, что так и так, их раскрыли. Чувак, привет. Ты кто такой? Нужно объяснить, что такое выброс.
Вот, читайте, если вам это интересно. Время ужаса. Пси-разрядка. Ну и детектор. Забрать детектор у бойца ветра. Да, ушел вглубь города. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ошечки. Там такой человек стоит. Просто... Сколько возьмешь? 600. А есть такая цена. Спасибо, чувак. Люблю. Целую. Пока. Увидимся, когда достану детектора из трупа этого ветерка. Ах, ветерок, ветерок, ветерок. Ты сделал то, что я не смог. Ах, ветерок, 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 блять. Блять, откуда она вылезла? Где тут еще одна была? Сука, заебали крики эти уже. Ах, эти... Я же говорил, что где-то была одна. Она не одна, оказывается. Ах, ветерок, ветерок, ветерок. Ты сделал то, что я не смог. Ах, ветерок. Ну-ка посмотрим другими детекторами. Ничего. А вот этим тоже ничего. Ладно. Ах, ветерок, ветерок. Ой-ой-ой-ой, что-то не хочу туда идти. А, Лиманск дальше. Переход в Лиманск гораздо дальше, так что все нормально. Так, где-то тут документы валяются. Сверху, наверное. Ах, ветерок, ветерок, ветерок. Так, где-то тут документы эти. О, вот они. Ну что же, вот вам лишнее доказательство, что проход в Припяти есть. Ну что же, проходим ниже. Обследуем скат и достанем пару документов. Да, транспортный шлюз и цех химсоединений. Херня вопрос, еще войдем. Мы еще войдем, но по самые Нидерланды. Как когда-то кто-то говорил, хер его помню кто, но такую фразу я помню. Мы войдем, но по самые Нидерланды. Ты сделал то, что я не смог. Ай, ветерок, ветерок. Вот химзада... Хим этот... Химсоединение. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Заебись! Кстати, ой, забыл. Кись. Вот настоящая пизда, раз. И где-то тут еще одна бродит. Если мне, а вот тона, да, две. Твари. Все зашибись, зашибись, зашибись. На, смотрим. Здесь то же самое.
система защиты от выброса цела. Защита от выброса, мать вашу, а? Защиты от выброса нет. По крайней мере, для вертолетов. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Может быть, там... Да хотя какие-то года-то. Тогда изобрести защиту от выброса, не до конца узнав, что это такое. Ну, конечно, блядь, разработчик, да, блядь. Ну, да ладно. Угу. Попиздим с азотом. С жидким. Пиздец, Петросян, да? Да, спасибо. 7:30. Хм. Ладно. Пойдем к вентиляционным шахтам. Подождем. Ну как подождем? Вы ждать не будете, а я подожду, пожалуй. Я так думаю, что... Так, либо в следующей серии, либо через одну серию мы с вами отправимся в Лиманск. Блядь, да вы... Сюда идем. Мы с Пятачком. Где третья шавка? А, вот и где. Так, скорее всего, в следующей серии, я надеюсь, по крайней мере, что за время между сериями мне удастся все-таки уговорить Германа на то, чтобы он мне дал задание, связанное с как раз группой их исследований. То есть вот задание, где контролер надо будет полезть в переменное пси-поле, куда меня сейчас не пускают. Почему-то. Все это на костюме там. Блять. На костюме вот с двумя пси-пустышками. Защита от пси-излучения просто максимальная. Меня почему-то не хотят туда пускать. Ну да ладно, найдем, я так думаю, способ. Душенька моя. Так, а сейчас мы, я так думаю, сгоняем за... Да. Мы еще сгоняем... Блять. За инструментами для тонкой работы, для азота. И изгоняем, я так думаю. Да. Сейчас перебьем вот этих вот бундюков. Бундикалом. Где-то тут один дозорный стоит обычно. Down the rabbit hole. Блять, вот он. А, вот ты где. Все, ладно, лутаем. Да, сейчас их облутаем, ребят. Сходим за тайничками. Тут два
Тайничка у нас вроде вываляется. Инструменты для тонкой работы. Возьмем. Азоту передадим. Ну и пойдем за химерой. Так, где тут еще один валяется? А, вот он. Как не культурно. Ок. Да, все. Нет, не все. Бинты чуть не просрал. Так, вот тут еще один тайничок. Ага. Так, 8 часов. 8:30 уже заебись. Что меньше ждать надо будет. Это вот хрень, она абсолютно безопасна. Только она работает по сигнализации. И вот все вот в округе знают, что тут кто-то есть. Ты меня не видишь, чувак? Да? Да. Красавцы. О, артефакт. Главное правильно по... О, села батарейка. Блядь! Ай, ну ёбаный в рот. Аккуратненько, прямо миллиметр в миллиметр идем, аккуратненько, чтоб лишний раз током не ёбнуло, то аптечки они у свободовцев дорогие. Фу. Нафиг. Вот вам инструмент для тонкой работы. Закрыл? Блять. Не закрыл я дверь все-таки. Эх. Да всем уже насрать, тут никого живых нет. Ну заодно и в этот зайдем. На заправочку. Посмотрим, что у нас там по заправке. А это у нас кто? Бандюки. Ладно. Так, тут вот
Вот тут хреново как раз, что радиации ни хрена вообще не видно. О, блядь, полная жопа. Зато луны свет дали. Там есть армейские аптечки и патроны для Гауски. Блядь! Пиздец! Как, блядь, они ТП сделали сюда? Это просто, блядь. Это ж... Блядь. Это аж обосраться можно просто. Им там тупо идут, им насрать на всякие аномалии. Аномалии, не слышали. Пиздец. Это как в этом, в смерти вопреки, когда мы бегали. Оба-на! А я думал, мне ждать придется. Девочка моя! Привет! Зайка моя! Моя, блядь, думал, мне придется до двух ночи тут посидеть. Или Переса Даянова спать до двух ночи, потом тесла ТП делать. Блять, нахуй зомби сраные. В том числе ТП делать, вентиляционный комплекс. А тут... Оттана, какая удача. И артефактов надыбали. И документы про Припять взяли. И химеру ёбнули. Блять, эти кабаны живые. Хочешь, какого же я тебе предлагал? Так, значит, все поворачивается ко мне лицом. Значит, болтаем с чувачком. Ну и, пожалуй, закругляемся, потому что остальное решать надо. Держи документы, далее. С техником Зулса надо победить и найти костюм замкнутой системы дыхания. Ладно, найдем. Давай чиним за 5к. Все это дело, принес инструмент для тонкой работы. Все, давай, пока. Блять, надо было сначала инструмент ему дать. Починил бы дешевле. Чувак, химера сдохла. Я же говорил, его дробаш и 10к. И ачивка охотник на мутантов. Все, заебись. Вот долго прогружается, потому что тут лута с... пиздец как много. А, так, батарейка, мамины бусы. Мы это продадим. Так, вот это вот скидываем, это тоже скидываем, это тоже скидываем, все, в общем. В общем, как, ребята? Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если кому-то понравилось. Ну что еще? Подписывайтесь на канал, если это кому-то интересно. В следующей серии мы, скорее всего, мы пойдем. Скажем, ну как скажем, мы пойдем, блять, я не знаю, блять. В общем, в следующей серии мы, скорее всего, будем еще на Янове, то есть пытаться тут разрулить, я с учеными попытаюсь разрулить все это дело. Ничего не обещаю, конечно, но попытаюсь разрулить. А Г-36, ну, Г-36, но я сдам в одного, не на запись. Ну и...
спасибо за просмотр. Всем удачи, дорогие друзья. Всем добра.